Oriflame представляет Wellness-прокачка. Занятие третьего дня. Сегодня это коммуникация. Тренинг по развитию харизмы от Вадима Салманова. Особенность харизматического лидера заключается в том, что он дает возможность вырасти. Он дает возможность действовать. Можно быть открытым человеком, открытым лидером, да, готовым всегда помочь, поддержать, либо пообщаться, да, то есть ответить на какой-то вопрос любой. Но при этом очень важно не всегда открывать все карты. Прежде всего, бизнес-инструктор развеял главный миф о лидерстве. Незаменимый в коллективе трудоголик или авторитет, за которым готовы идти, далеко не всегда харизматический лидер. Максимальное количество усилий за минимальное количество ресурсов. Как называется эта стратегия? Трудоголизм. Это герой. При этом люди гордятся. Ты знаешь, у меня нет времени. Я сталкиваюсь постоянно с такими людьми. Задаю им вопрос. Слушай, а где твой Порш? А где твой Мерседес? Харизматический лидер – это тот, кто способен задавать темп работы коллектива. А главное – тот, кто не боится и умеет грамотно распределять часть своих полномочий между подчиненными. В работу лидера не входит проверка работы уборщицы. Он делегирует полномочия для чего? Для того, чтобы люди могли проявить себя. То же самое может быть с вашими менеджерами, которые находятся в непосредственном контакте с клиентами, а вы в этот момент уже занимаетесь организационными вопросами, например. Советы от Вадима Салманова. Начинай с тем, что есть. Не жди лучших условий для старта. Если у тебя нет даже кроссовок, у тебя же есть шлепанцы, в крайнем случае босиком беги. Но начинай что-то делать. Если ты не находишь в себе черты лидера, не страшно, ведь харизму можно прокачать. Чтобы стать настоящим лидером, прежде всего нужны последователи и время на налаживание контакта с ними. Ищите время для того, чтобы привлекать. И делегируйте, делегируйте, делегируйте. Советы от Вадима Салманова. Делай то, что получится сейчас. Не нужно плыть против течения и искусственно менять направление. Если какая-то область работы выстреливает и идет на ура именно в этот момент. Для того, чтобы стать эффективным лидером, также важно чередовать мощные рывки с периодами стабильности или закреплением промежуточных побед. Тем, кто постоянно работает на максимуме возможностей, неминуемо грозит истощение и провал. Надо работать не 12 часов, а работать надо головой. Фраза, по-моему, принадлежит Стиву Джобсу. Если мы посмотрим вообще на историю успеха, которая вообще присутствует в этом мире, в этой жизни, мы увидим, что они состоят вот из таких вещей. Когда люди осуществляют рывок, потом выходят на планку. Они осуществляют еще один рывок, выходят на планку. Советы от Вадима Салманова. Призови себя в армию. Поставь реальную цель с конкретным сроком. После выполнения задач обязательно запланируй отдых. То есть вы берете такое активное обязательство на себя. Это может быть по объемам продаж, это могут быть по привлечению клиентов, по привлечению партнеров. Любые истории, которые вы только реальные и не заниженные, но реально те, которые вы сможете реализовать. Мне понравилась техника призвать себя в армию. Мне это очень понравилось. Я поняла, что я должна делать намеченную свою цель, достигать. Немножко дать себе отдохнуть, отдышаться и снова на новую ступень. В финале тренинга Салманов предложил кемперам за полчаса поставить план на ближайшие 3 месяца и зафиксировать его на бумаге. Участники wellness-прокачки подписали и запечатали обещание себе в бутылке, которые торжественно сложили в общую коробку. Через 12 недель эти письма вскроют, и тогда станет известно, удалось ли участникам выполнить поставленные задачи. Моя задача за эти 3 месяца закрыть звание бриллиантового директора. И чтобы в моей организации появились новые старшие менеджеры, да. Минимум 50% своей команды хочу сделать подписку на продукцию Wellness. Найти себе минимум 6 ключевых бизнес-партнеров. Конечно, это будет непростая история для них. И если все сложится у них удачно, а я в это верю, что они были не только под эмоциями, но и рационально подходили к этому вопросу, я думаю, все произойдет и все планы будут реализованы. Если хочешь развить харизму, научись делиться обязанностями. Перепоручи часть своих дел другим, не жди у моря погоды, действуй сейчас, но и не греби против волны. Если что-то в работе сегодня удается лучше всего, сконцентрируйся на этом.
Смотри новое видео «Дневник четвертого дня» на сайте с 8 августа. Прокачай себя вместе с Wellness от Oriflame.